հիմա դեսել ես, ես Ադրբեջանի ճամփենով եկել եմ, այդ 130 դոլար փող մուծում եմ։ Армянские бизнесмены платят азербайджанцам таможенные пошлины за выезд в Иран. Газета «Жохавурт» получила чек, выданный азербайджанским таможенным постом, в котором говорится, что персидские водители, участвующие в перевозке грузов армянскими бизнесменами, продолжают пользоваться подконтрольным азербайджанцам участком дороги Гарис-Капан, за что азербайджанцам платят 130 долларов. Ես թողտ նայեմ, ասում է ինչ աբրանքա ունի, ես ասել եմ այդ աբրանքա փոշիա։ В связи с этим Жохавурт ежедневно пыталась связаться с министром экономики Вааном Керопьяном, чтобы выяснить, сколько жители Армении заплатили азербайджанской стороне за пользование дорогой со дня поступления таможенных пошлин азербайджанцев. Ասել եմ ես ես ծամփնով եկել եմ, ես ցեկնա, նայեմ, ճիշտ է, ես ստեղից փող եկել եմ։ Министр, однако, призвал направить письменный запрос. Получается, что наши соотечественники, по сути, платят налоги не только иранцам, но и азербайджанцам за пересечение трассы Гарис-Капан. Так как альтернативная трасса для грузовиков непроходима. Возможно, это начало упомянутой премьер-министром Николом Пашиняном эпохи мира, когда наши соотечественники уже обогащают бюджеты своих бывших врагов. Բացնին կիլոմետրը ես ոնց անեմ, սա զինձ ձեպների կտրում է, պատրշկան ծարդում է, ոնց անեմ։ Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.